Всем здравствуйте! Известный своими любовными похождениями футболист Андрей Аршавин наладил общение с детьми от Юлии Барановской, а вот с дочкой от Алисы Казьминой он совсем перестал выходить. На связь Алиса Аршавина заявила, что футболист даже не отвечает на сообщения девочки с просьбами о помощи. Андрей перестал выходить на связь, но Есения ему постоянно пишет, чтобы он помог ей и мамочке. Женщина отметила, что Аршавин даже не поздравил дочь Есению с днем рождения. Сейчас 39-летняя Казьмина страдает от тяжелой формы аутоиммунного заболевания, нос у нее валился внутрь. Отметим, что женщина одна воспитывает троих детей, 17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю Есению от Аршавина. Сегодня она в отчаянии заявила, что из-за недуга ее хотела отправить в хоспис родная мать. Добавим, что из-за некроза ткани лицо Казьминой медленно разрушается. Бывшей жене Аршавина материально помогает только первый муж Алексей, у которого уже давно есть собственная семья. Сейчас Алиса Аршавина пребывает в полном недоумении, почему бывший муж стал так тепло относиться к детям от Барановской. Возможно, он чувствует там уют и тепло, чего Казьмина ему дать не может. Будем надеяться, что в скором времени отношения между Есенией Аршавиной и ее знаменитым отцом наладятся. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!